Все нормально с премьер-министром Испании, мы вчера все вопросы решили. Ельцин? Ребята, благодарим вас. Спасибо, что вы. А то если бы не сказал, я бы не повернул. Да, мы говорили о том, что надо ускорить рассмотрение пакет законов по Международному валютному фонду, активнее включиться сейчас в Минэкономике и Минфину. Я просил Госдуму, и завтра буду просить, чтобы за основу все-таки эти законы были приняты. Есть вопросы, которые, конечно, серьезно могут ударить, будем так говорить, по большей части населения. Камеры дорогие. Что Сергей Вадимович, сейчас была очень важная встреча по Северному Кавказу, по Карачаеву. Нас Виктор Иванович сюда привез. Фотограф. Фотограф! Фотограф! Я вчера говорил с президентом, да? А как вы оцениваете? Спасибо за улыбку. Мы ничего не слышали о здоровье Ельцина. Мы занимаемся теми вопросами, которые нам предписаны. А если Ельцин опять? Ну что ж, значит, будут лечить врачи его. Спасибо.